В ДК Кирова в рамках форума состоялось первое событие. Здесь свою персональную выставку открыл питерский фотограф и блогер Александр Мазуров, который давно увлечен северными красотами. Крайний. Так называется выставка питерского художника Александра Мазурова, открытие которой состоялось в стенах ДК Кирова. Крайний, потому что север. Все просто. Александр уже 15 лет увлекается фотографией, последние 10 из которых в роли тревел-фотографа. Благодаря этой страсти он побывал во многих местах, в том числе в Мурманской области. К Арктике у него особая любовь. У него невероятный глаз. Глаз фотографа, который выхватывает самую суть людей, которые проживают, какие-то невероятные пейзажи. Привязанность к северному краю у Александра зародилась давно, еще с похода на Сейдозеро, расположенное на Кольском полуострове. Фотографа заинтересовало, почему некоторых людей так тянет высокие широты. По идее, север, он противоречит жизни. Ну, то есть холодно, неудобные условия, порой несовместимые даже с жизнью. Но есть какая-то категория людей, которых сюда все время тянет, несмотря ни на что. И если с югом все просто объяснить, это комфортные условия, классно тепло, то с севером это просто именно какая-то романтика внутри. Вот это чувство, мне хотелось начать его исследовать внутри себя и внутри других людей. И именно поэтому народы севера, именно поэтому северные регионы. На фотографии изображены представители многих северных народов. Это ненцы, ханты, народы Чукотки и севера Красноярского края. Главная задача работ, пожалуй, показать красоты русского севера, рассказать другим о том, как тут. Не хорошо, не плохо, а по-своему. А также передать визуальным путем, какие они, люди севера. Мария Ребенкова, Евгений Бугрецов, Арктик ТВ.